Полицейские Паранайска раскрыли дело о краже. 18 января у потерпевшей с лестничной площадки пропал велосипед стоимостью 19 800 рублей. Оказалось, что к делу причастен 28-летний сотрудник местной управляющей компании. Мужчина был по работе в подъезде и приметил железного коня без противоугонного устройства. Он уехал на чужом двухколесном транспорте к заброшенным строениям, и там спрятал добычу. Похищенное изъяли и уже вернули законные владелицы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.